Что вы делаете, деточки? Папа. А папа? Угу. Папа. Что папа? Папа. Папа фотографирует всегда, да? Угу. Владик сегодня не пошел в садик. Он сегодня решил дома побыть, да? Дома будешь, да? Владик, что там у тебя? Что-то в глаз попало? Ага. Владик развлекает Аришу, он ей дал ведро. Арише 4 месяца, она прекрасно может удерживать игрушки в своих ручках. И все пытается попробовать на вкус. Ариша после купания, поэтому тепло оделась. Она принимала ванну, она любит по утрам купаться. Дашь Арише лопаточку? Нет. Где ты ее делал? Да. Она вон потеряла ведерко, дай ей лопаточку. Да. Ей очень нравится все держать в ручках. Тихо. Тихо. Что-то. Смотри, видишь Аришу? Да, да. Упал, упал. Кто? Сейчас упал. Ведро упадет. Ты сейчас его уронишь, да? Упал. Кто упал? Кто? А ты не упал? Ты не упал, да? Упал. Упал. Вот так Арина держит хорошо лопатку. Агу. Ты ей соску хочешь дать? М? Карина ж не сосет соску. Арина не сосет соску, ей не надо, ей не хочется. Ну дай ей что-нибудь поиграться, дай ей чем-нибудь, какую-нибудь игрушечку, дай Ариночке. Так, чем мы занимаемся субботним утром? Катаем Арину. Все. Владик, ты Аришу катаешь? На машинке? Аккуратно. И так? Да, вот так. Вот так, Владик Арину катает на машинку. Аккуратно, сильно не надо. Все. Все, Аришке уже, наверное, не нравится. Ариша, хотя здесь выехать. Спустите меня с этого аттракциона.
Шикарное яблоко. Да. Ой. Хорошо, вкусное все. Давай, Аринка, громче. Так, ты хорошо держишь мячик в руках. А Владик любит яблочки кушать. Владик, вкусное яблочко? На тебе. Вот эту хочешь? Давай маме. Кака? Нет? Ой. Подашь Арине? Куда ты пальчиком?